Сегодня мы приехали на такое мероприятие Подневьянск, соревнования внедорожные. Думаю, будет интересно. На аэродроме Подневьянском. Парашютисты летают. Одуванчики или парашютисты? Одуванчики, да. Вот ты тогда прям выходил, я тебе телефон не забыл. Взял? Он для меня же перестал. Можно сидеть? Одуванчики только так прыгают одни за другим. Самолеты летают. Атмосферное место такое. We'll be right back.
О, поехали. Поехали, поехали, бежим. Смотри скорее. Вот, блин, опоздал. Thank you.
Не можешь срать, не мучай жопу! Что он ему-то поет? Вот сейчас кто-нибудь сюда будет делать бой. Неуправляемый конь. Дайте, пожалуйста, поправки. Спасибо.
договорись! Мивка может подать! Дай лебёдку сам пойдёт! А сам пойдёт сам! Давай лебёдку, конечно! Уйди от лебёдки! Уйди, ребёнок! Вот! Отойдите, пожалуйста, отойдите! Вот! Отойди оттуда, тебя забьют! Вот! Конечно! А я тебе, езжай сюда, езжай! Езжай, не жди его нахуй! Вот! Классика! Это за мной был. Он только сейчас идет. Больше не бегать так, блядь, мешаешь. Ну. Экстрим. Ты включил мою? Куда дело? Все кнопки раз нажал. Че, поехали вставать или че? Че ходить? Поехали, давай. Вы понимали, я по трассе Экстрим проехал. Штурман. 23 минуты. Мы машину положили, дождь уже пошел. Я запереживал. О, смотри, у меня парышка горит, блядь. Спасибо. Какая машина? Не знаю. Там просто стоит вроде идиот. Не знаю, нахуй сказали, нахуй, блядь, горит, оно тухит для визитей. Гордей поскакал. В здании есть, если ты. Поехали тушить машину. Машина горит. Ребята, смотри, мы уже сказали, что там.
Острые стекла такие. Все уже вырвано. Ух, ебать.